жертвой стала зазевавшаяся кумжа. Крупная рыба семейства лососевых. Норка застала ее за кормежкой на мелководье, и этого было достаточно, чтобы словно клещ впиться в рыбу острыми зубами. Однако запасы воздуха и сил подошли к концу. Но норку не пугают такие трудности, и после короткого отдыха она с новыми силами бросается на жертву. Удивительное упорство и выносливость помогают выйти победителем из этой изнурительной схватки. Рыбалка удалась.